знаете, какое самое любимое имя у итальянцев, женское имя? Конечно же, Алла. Смотрите, спагетти Алла Карбонара, рагу Алла Болоньез. Сегодня мы будем готовить именно спагетти Алла Карбонара. Очень современная итальянская народная мудрость гласит: если ваш молодой человек готовит для вас карбонара с беконом вместо щековины, вам стоит расстаться с ним. Если ваш парень готовит карбонара со сливками, чесноком, с луком, петрушкой, бросайте его. Ну и напоследок, если ваш парень не умеет готовить карбонара, даже не начинайте встречаться с ним. В аутентичном рецепте карбонара присутствует всего 5 ингредиентов, и я вам про них расскажу. Это не бекон, это называется гуанчале. Гуанчале — это свиные сыровяленые щеки. Иногда можно использовать панчетту, но это мы сегодня упускаем. Пекарина романа — это тот сыр, который используется в карбонаре. Яйца вам показывать не буду. Самое главное, чтобы они были домашние. Обычные свежие куриные яйца. Помните, когда мы готовили рагу болоньез, мы отставили в сторону спагетти. Как раз это тот рецепт, где они будут использоваться. И последний и очень важный ингредиент, возможно, из-за которого карбонара получила свое название, это свежемолотый перец. Ставим закипать воду, исходя из правила 1-10-100, необходимой пропорции. 10 минут отделяет нас сейчас от готового блюда. Когда вода закипела, добавляем соль и бросаем вариться спагетти согласно времени, указанному на упаковке. Нарезаем щековину, которая называется гончале по-итальянски, и обжариваем их до золотистой корочки. Измельчаем перец и натираем сыр на терке. Дальше мы берем наше яйцо. Одно яйцо мы положили. Теперь мы отделяем желки. На каждого человека рассчитывается плюс 2 дополнительных желка. Взбиваем их до кремообразного состояния, добавляем сыр и снова все перемешиваем вилкой. Гуанчале убираем с огня и даем остыть, так как яичный соус должен приготовиться от жара макарон, а не от горячей сковороды. На всякий случай сбережем чашку горячей воды из-под спагетти, если вдруг соус будет слишком густым. Когда паста готова, сольем воду и высыпем все спагетти в сковороду. Очень хорошо перемешаем их в жире вместе с гуанчале. Добавим яичный соус и обильно посыпем свежемолотым перцем. Снова перемешать и сразу же разложить по тарелкам, посыпав сверху сыром пекарина романа. Это настоящая, оригинальная, автентичная спагетти карбонара.